Сегодня мы приехали на Анакопию. Сейчас мы пойдем на нее наверх. Просто вот здесь есть смотровая площадка, и хочу показать, что тут вообще есть. Там горы. Там тоже горы. Кстати, круто. А с другой стороны, тоже сейчас зайду, покажу. Море. Вот там горы, смотрите, как круто. Вообще офигительно просто. Вот там. Классно. Но они, это, лысые, как говорят, да, без снега. А там вот море. Там вот море у нас. А здесь вот у нас, получается, там вот такие скалы видно. Сейчас именно на смотровую зайду, покажу. Ой, а как здесь пройти? Придется как-то проползать. Сейчас покажу. Я ничего не говорю. Видите, здесь столики можно присесть, посидеть. А там вот такая красота. Ну вот, типа того. Здесь такая вот классная штука вверху, чтобы не было жарко. Вот, короче, мы поднимаемся. Вот он, эта крепость. Там вот тоже впереди башни. Башня. Там есть еще один подъем-спуск. Мы обратно по нему пойдем. Включу, тогда покажу. Пока поднимаемся наверх. Вот мы почти наверху. Ну, еще, конечно, не совсем наверху. Ну вот подходим к башням таким, очень классным, красивым. Дальше там потом покажу. Вот видите, мы, короче, вот эту башню прошли, идем дальше вверх. Смотрите, какой здесь вид классный. Офигенный. Ну вот, мы дошли до верха. Такой здесь вид на горы. Вот там башня. Сейчас мы пойдем вот туда прям. Походим, посмотрим, что там. Кто-то отдыхает тут. Там сейчас внутри. Покажу, что тут есть интересного. Такая башня. До кафе ехать. Обалдеть! Какая красота! Ну вот, в общем, решила себя тоже поснимать. Смотрите, как круто, да? Вообще обалденно. Это вот внутри. Сейчас мы туда пойдем, поднимемся. Пойдем наверх. Так, идем на башню туда, наверх. Вот туда. Вот туда идем. Сейчас посмотрим, что там внутри. Коровки. Оказывается. Ладно, сейчас дойду наверх. Там тоже начну снимать. Все, поднялись наверх.
всегда классно, вообще люди. В общем, как-то так что-то выглядит. Очень жарко, конечно. Все, до встречи в следующих видео. В общем, смотрите, мы сейчас на Анакопии. Это новый Афон, ну, в Абхазии, естественно. Классно здесь, очень рекомендую. Вход сюда именно на башню стоит 200 рублей с человека. Вот. Я сейчас вниз по порожкам. Здесь такие вот мини-окошечки. Свечки. Там тоже мини-окошечко. Еще вот свечка. Ну а дальше все время вниз порожки, порожки, порожки. Не буду снимать. Вот смотрите, что здесь еще есть наверху, на башне. Неиссякаемый колодец есть. Вот видите, кружечки стоят. Вот в ведре вода. Из колодца воду написано «не пить». Ну вот то, что в ведре, мы ее попили. Не лить, а не пить. А, не лить? Да, значит не лить. Ну вот, в общем, видите, такая информация. Вот здесь. Здесь я вам еще не показывала. Пойду туда выглянем, посмотрим, что там. Какая здесь красота. Вот так вот это выглядит. Сейчас вниз пойдем. Сегодня у нас еще предстоит Новофонский водопад. Ничего плохого не делали, наоборот. Вот, смотрите, внизу такие башенки. Сейчас мы вот там тоже сфотографируемся. Дойдем до туда. Все, спускаемся обратно. Сейчас пойдем на водопады. Попрощаемся с башней. Нам сейчас предстоит каменистый путь. Ну, пока не буду снимать. Потом позже тогда внизу еще включу. Спустились. Вот здесь тоже есть такая маленькая-маленькая смотровая. Сейчас покажу. Это вот самая нижняя стена получается. Во! Говорила. Пошлите. Пойдем. Какой вид внизу. Ну вот еще. Это башня самая первая, которая.